Remember, kiddies, помните, детишки, сегодня испытание на храбрость. Вы или вступите в братство, или сломаетесь. Я бы ему с удовольствием сломал что-нибудь. Шею бы свернул ему, подождал бы его за дверью, и когда он войдет, бах, дал бы ему по голове бейсбольной битой. Да нахера битой? Я бы лопатой дал. Или топором. Или бензопилой. Я хочу скорее покончить с этим. Вы же знаете, что будет, если мы не вступим в братство. Посвящаемые, не заставляйте вашего брата открывать дверь. Что, не дорос еще носить одежду? По-моему, ты уже не маленький. Орли. Что должен делать посвящаемый в присутствии леди? Добро пожаловать в Гемма Дельта Омега. Посвящаемый к вашим услугам, мэм. Зови меня просто Мона. Какой ты джентльмен. Мне это нравится. Привет, Мона. Я Текс Крентон, президент дома. Чем могу служить? Понимаете, наше сестринство, сорорити Дельта Омега Альфа, только основалось на кампусе, и мы хотели бы побрататься с каким-нибудь фратернити для разных социальных мероприятий. Хотя я полагаю, у такой организации, как ваша, уже есть сестры. Нет, вообще-то, нам был отказ, то есть, мы обдумывали это и подумали, что при определенных условиях это вполне могло бы быть возможным. Я надеюсь, ваша организация не какая-нибудь псарня. Что если 3-4 ваших члена придут сегодня к нам на ужин и познакомятся с сестрами поближе? Мона, мы отойдем на секундочку. Это слишком хорошо, чтобы было правда. Это, наверное, одна из этих штучек сорорити. Знаешь, они заманивают к себе пару ребят и выставляют их кретинами. Такое уже бывало раньше. Дай я с ней поговорю. Мона, мы бы с удовольствием, но, к сожалению, сегодня у нас посвящение в братство. Я Лес Уилсон, жрец обряда посвящения. Моя работа сделать мужчин из этих мальчишек. Я всегда думала, что делать мужчин из мальчишек — это женская работа. Может, ты предложишь свои услуги? Я думаю, посвящаемые будут не против. Мона, прости, это было грубо и пошло. Раз уж мы не сможем сегодня прислать в ваш дом братьев, может быть, вы придете и посмотрите наш маленький ритуал? Мы не хотели бы нарушать ваши священные ритуалы. Если бы вы нарушали что-нибудь, мы бы вас не приглашали. В любом случае, спасибо за приглашение и желаем вам удачи в поиске братьев. Но если вы уверены, что мы ничего не нарушим, мы придем. Вот что придаст мне силы.